Здравствуйте, ребята! И сегодня мы отправляемся в увлекательнейшее путешествие. Кипарисовое озеро. Это искусственный водоем, который находится на границе города-курорта Анапа и Новороссийска. 100 лет назад было решено устроить здесь экологическую зону с искусственным озером, которое назвали так же, как и село Суко, что означает «место, куда приходят пить кабаны» в переводе с адыгейского. Кипарисовое озеро прекрасно в любое время года. Летом, в самый пик приморской жары, так приятно укрыться в тени деревьев. По берегам озера растут скальные дубы и множество видов и подвидов можжевельника. Само озеро вокруг и всю долину обрамляют предгорные сопки, создавая особую климатическую зону и защищая от ветра. Воздух смешивается с ароматом кипарисов и других деревьев. Все, кто здесь был, отмечают особую умиротворяющую атмосферу с удивительной аурой. Существует и романтическая легенда, и трагическая история, связанная с этими местами. Некогда здесь жило племя, поклонявшееся языческим богам. Один из них, громовержец, сильно обиделся, дескать, недостаточно уважают его, и наслал на долину грозы и смерчи, ураганы и половодья. И тогда 32 богатыря встали навстречу стихии и спасли деревню. Удивленный их самоотверженностью громовержец простил жителей деревни, а самим воинам даровал бессмертие, превратив их в деревья, которым не страшны ни жара, ни холод, ни зной и ни половодье. Вот такое прекрасное кипарисовое озеро. До свидания, ребята!